¿Qué hagas tú? Нормально, лети, чё ты. Ну, срезало что-то. Вал, наверное, провернула, как у Саши. Может быть. Не, на самом деле, это не редкий дефект. У меня на прошлый, то есть, мне он с чего и заколебал. Я эти бабушки проворачиваю достаточно часто. Ее приклеишь, полетаешь там неделю. Ну что, нормально? А ты здесь покрути, да посмотри, тут крутится. А вот эта шестеренка не крутится. Ну значит где-то да, точно, наверное, шпонку эту. Бабышка! Ну. Вот Александр. Может, палка просто выползла. Ей хватает 4 миллиметра двигаться. Думаешь, балка вышла из кейса? Может быть и вышла, я же хвостом касался. Ну, вообще, трикоптер, конечно, красавец. Ну, что-то, 5 миллиметра.